Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Без права на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. Речь идет о том, что все принципы ядерного сдерживания, которые заложены применительно к той стране, которая с нами воюет, теперь будут распространяться и на ту страну, которая этой стране воевать помогает. Вот так. Применительно к Украине это о чем идет речь? Это говорит о том, что теперь мы рассматриваем не только Украину, воюющую против нас, но еще Британию, Францию и США как участники этой войны. И если Украина применила оружие, которое поразило нашу радиолокационную станцию за горизонтного обнаружения, мы готовы будем бить не только по Украине, и даже не столько по Украине, сколько по тем странам, в интересах которых была поражена эта станция. А разве предыдущая доктрина этого не подразумевала? Нет. В предыдущей доктрине такого не было. Там мы рассматривали вопрос о том, что если по нам, вот по этим критически важным объектам, наносится поражение, и он нарушает устойчивость наших стратегических ядерных сил и нарушает систему управления ими, то мы в этом случае можем перейти к применению ядерного оружия по той стране, которая применила это оружие. И вот когда они ударили по нашей радиолокационной станции, то согласно действующей ныне доктрине, мы могли бы применить ядерное оружие только по Украине. Не по Франции, не по Британии, не по США, только по Украине. Теперь же мы говорим, дорогие господа с Запада, особенно те, которые сидят в Вестминстерском дворце, помните, что в случае, если Украина будет бить по нашим ядерным объектам вашим оружием, то удар будет ядерный не по Украине, это наша земля. Бить мы будем по Англии, по Франции и по США. Вот о чем говорит этот пункт. И этот пункт говорит о том, что будут, конечно же, учитывая технологию перехода к ядерному сдерживанию, к ядерному технологии, о которой я рассказал перед этим, то первые удары могут пойти даже обычным оружием по этим странам. И эти оружие, может быть, на первом, самом раннем этапе, может быть, нанесено, это оружие будет сделано, выпущено не с территории России, с российских войск, а, например, с территории разных прокси. Ну, как минимум, хорошо известных хуситов. С гиперзвуком. Да, с гиперзвуком. Хуситов с гиперзвуком. Вот. Ну, если у них есть гиперзвук иранский, почему-то там не появится, который бьет по Эйлату совершенно спокойно. Почему бы, скажем, там не появился гиперзвук, который долбанет по авианосцу, например, циркон. Но бывает же, вот хуситы взяли и сконструировали циркон. Такой может быть? То есть бить будем не по паспорту, не по прокси, а бить будем по морде, по кукловоду. Ну, на ваш взгляд, они услышали или нет? Об этом еще пока неизвестно. Пока на эту тему молчок. Кроме того, что Блумберг что-то пропищал по поводу того, что они изменили доктрину, и что это очередной этап эскалации, больше ничего. Все молчат. Это как раз говорит о том, что они в серьезной задумчивости, не знают, что на это дело сказать, потому что это очень серьезный сигнал. Вот это второй момент. И третий момент. Там четко было сказано, что теперь Белоруссия находится под нашим ядерным зонтиком, и все, что касается защиты России, будет касаться и в полной мере Белоруссии. О чем это говорит? Это говорит о том, что в военно-стратегическом отношении Беларусь и Россия рассматриваются уже как единое государство. Не ОДКБ, а именно Белоруссия только. У нас в основу госполитики в сфере ядерного сдерживания есть положение о том, что в случае нападения, ядерного нападения на или какого-то другого серьезного нападения на наши союзные страны, мы готовы применить ядерное оружие. Но это такое размытое заявление. А вот в отношении Белоруссии было четко сказано, что вот это все, что было применительно к России, действует в отношении Белоруссии. А это означает, что фактически Беларусь и Россия теперь рассматриваются как единое государство. Причем было подчеркнуто, что это сделано с согласия президента Беларуси. Все уже. Это единая спайка в военно-стратегическом отношении. А это главное. Вопрос политической интеграции это уже будет как следствие. Но уже все. Самое главное, что это сделано. Вот эти три ключевых изменения, о которых наш говорит. Там еще говорилось об изменении списка стран, в отношении которых применяется стратегическое сдерживание, стратегическое ядерное сдерживание. Но данных о том, какие страны включили, каких исключили, и самое главное, критерии, по которым
включали или выключали те или иные страны, президент не обозначил вступление. Поэтому а почему? Я думаю, что это связано с тем, что пока еще этот вопрос не до конца проработан. И я думаю, что критерии, по которым они будут вставляться туда, будут отдельно представлены. Скорее всего, эти критерии будут не в полной мере объявлены в широком спектре, в открытых источниках. Потому что всегда такой документ имеет две части. Открытую, которую все читают, и закрытую, которую читают только очень ограниченный круг людей. Как правило, это связано со способами. То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.